Но я бы никогда не обрекла тебя на смерть. А они не догадывались, какую огромную войну ты развязал для их же спасения. Я тогда не стеснялась говорить, и сейчас скажу, никакого мне сатане. Ты для меня равен Господу Богу, не потому что дитя мне родное, а потому что ставшего таким знаменитым, таким заслуженным, зорким да невидным, я считаю тебя Богом всех таких же, как я, дружеником, который никому не простит нашего гнетения и потребует ответ со всех, кто под нам сегодняшнее положение нас, работавших всю свою жизнь, стоявших на ногах, не смыкавших ночами глаз и обреченных на двухкопеечную пенсию на краю смерти. Только эти пенсии в одни дни дождались, все умирали от голода, ни на лекарства не хватало, ни одного зубного не осталось. Вот посмотри, вот посмотри, вот посмотри, кто должен отомстить за всех угнетенных, за всех несчастных, молить по их милости, я имею в виду не только пенсионеров, за всех числами стоящих в очереди, за буханкой черного хлеба, постоявших как дни, так и ночи. Ты и есть Бог, и кормилец всех бедняков, тех, кто на протяжении лет нес свои деньги в сберегательную кассу, и тех, для кого они в один день пропали в костях почтарей, таможенников, банкиров, бедных, пособников, дизельбула, не будь они вслух упомянуты. Ты должен отомстить за всех, кто был трижды и четырежды признан героем труда. И теперь выпрашивай билет для проезда в общественном транспорте. А на что теперь мне их транспорт? На троллейбусе в Резаджан-Джоли ездить? И будто в то место уступит, если зайти. Еще и с отвращением на тебя уставится, чего, мол, живая еще. Накажи! Истреби этот невоспитанный, не уступающий место в транспорте лед. Нашли кровавый дождь на детей, жен тех, кто приобрел себе на мои облигации. Как недвижимое, недвижимое имущество, кто раскормил свои извращенные тварями семьи, ставшим гнездом греха регионе, а меня оставил без зубов в возрасте 80 лет. Ни одного зуба не осталось, смотри, можно, чтоб твоя мать не имела зубов, хоть бы один остался. Пошли град на проходимца старосту, который спустил своих бешеных собак, дабы снести наш рынок при въезде в город, изгноил в подвалах нереализованные нами мясо, сыр, яблоки, груши. Нашли на него гром, звуком громче бомбы, взорванный над башкой его физией, похожей на готового к убою Борова, еще лучше бездонный брюхом. Ну так всыпь ему в стакан невидимой взрывчатки, чтобы разом его ожиревшие внутренности разорвало. И пусть так случится со всеми нечестивцами, кто перейдет тебе дорогу, пусть даже за пределами твоей страны. Есть же у вас такая взрывчатка, такая кислота, растворимая либо в воде, либо в вине, либо в чае, не знаю, но чай вообще, но в созидание другим взорви его, жахни по нему, сыночек, накажи оторочившего и обесчевшившего нас, выпрями в теле, подними нас с колен, встань за нашими спинами и укрепи. Учини расправу над грешниками в эфире встречи с общественностью, дабы хотя бы взором мы усладили сердца. Выпустить нас на базар, чтобы покупали у нас чанжоли, яблоки и груши. Десятки потерянных коров вернула я дома. Приказ вернуть мне хотя бы. В эту Гутину кровь, на 12 года на моя сберкнижка, все у меня здесь написано. Скажи все, кто ты для меня самым богатым человеком на планете, ибо я знаю, ты богат своей мудростью и знаниями, а не имуществом. Но они не хотят уязвить тебя, не хотят уязвить
благодать священного паспорта и святыни. Дом паспорт пропуск твоего сердца, а кто возьмет его, станет частицей тебя, а сытность теми священными бумагами выпусти в небо твоих благодарей. Thank you.